от всей души честно поздравляем наших дорогих выпускников с окончанием Московской консерватории. В 2017 году консерваторию оканчивают 256 человек, обучавшихся на 7 факультетах. 111 выпускников получают дипломы с отличием. Всех нас ждет незабываемый праздник. Для открытия торжественной церемонии слово предоставляется ректору Московской консерватории, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, доктору искусствоведения, профессору Александру Сергеевичу Соколову. Дорогие выпускники, дорогие молодые коллеги, сегодня к вам будут обращаться ваши наставники, именно уже как коллегам, как тем, кто будет представлять далее традиции Великой Московской консерватории. Эти традиции незыблемы в основе своей, и в то же время они развиваются, поскольку каждое поколение студентов, входящих в эти стены, приносит свой мир, свое видение, свои идеи. И, наверное, сегодня многим из вас, думаю, что и всем, вспоминается ваша первая встреча с консерваторией на приемных экзаменах 5 лет назад. Это было очень волнующее время. И вы победили, вы стали студентами Московской консерватории, выдержав очень серьезный экзамен, экзамен на перспективу. Вы уже пришли сюда профессионалами, вы пришли замечательной подготовкой, которую получили в средних учебных заведениях. Нам очень радостно, что с каждым годом становится очевидна вот эта гармония, этот баланс между столичными учебными заведениями, которые являются питомником Московской консерватории, и теми, которые находятся в самых разных уголках нашей страны. Поэтому вот эта единая отечественная школа, конечно, это то богатство, которое с каждым годом становится все более востребованным. И когда вы выдержали этот первый экзамен, серьезный экзамен поступления в консерваторию, вы пришли в малый зал. И вот фактически все 5 лет это была дорога из малого зала в большой зал, в сегодняшнюю нашу встречу. Наверное, вы помните, что 5 лет тому назад, поздравляя вас, я пожелал вам каждую минуту, каждый день, каждый миг в Московской консерватории не потерять, а наполнить именно той жизнью, тем богатством общения, тем искусством, который, собственно, выведет вас сегодня на этот замечательный новый пьедестал, пьедестал выпускного вечера. Наверное, нигде, наверняка нигде вот этот праздничный день не отмечается так, как у нас в консерватории. Потому что это не только вот радость самого получения в руки документа, а прежде всего радость общение, которое позволит нам еще и услышать напутственные слова ваших профессоров и между собой обсудить все, что вам предстоит в дальнейшем, поскольку выпуск – это не конец, это продолжение. Это продолжение общения, поскольку консерватория всегда открыта для вас. Она открыта и для тех, кто наметил свой путь в аспирантуру, в ассистентуру, в стажировку, и для тех, кто уже нашел для себя точки приложения энергии и будет работать в разных концертных организациях, в разных коллективах, но всегда консерватория открыта для продолжения вот этого свободного вольного полета. Поэтому мастер-классы Московской консерватории, семинары, конференции, да просто классы, в которые вы можете прийти как себе домой, это и есть продолжение вашего пути. Думаю, что новое поколение, которое скоро здесь появится, через несколько месяцев, выдержав такое же серьезное испытание в приемных экзаменах, будет достойным продолжателем вашего поколения. Я вчера съездил в общежитие, посмотрел уже внутри практически готовый корпус, который уже в сентябре месяце примет новое поколение студентов и
радостными событиями. Но а сегодня, сегодня этот день, который начинается вот сейчас, а закончится с восходом солнца, поскольку по нашей традиции это будет еще и встреча восхода на Москва-реке. Это на самом деле радость, которая для всех очень волнующая. Вот сегодня произведение, которое открыло наше собрание, оно сочетало в себе и торжество, и печаль. И, наверное, вот это такое ощущение, очень естественно сочетаемое, сегодня для всех будет вот таким памятным знаком нашей встречи. Это действительно факт биографии. Я желаю вам самого доброго на дальнейшем вашем пути. Желаю, чтобы вы нашли свою дорогу, которая уже определилась давно, ну а дальше это фактор везения. Чтобы вам повезло всем. Желаю от всей души. Для приветствия слово предоставляется начальнику отдела Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Анне Дмитриевне Григорьевой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю вас, я поздравляю ваших преподавателей, руководителей этого уникального учебного заведения с замечательным праздником. Страна может гордиться таким уникальным и таким великим учебным заведением. Вы можете гордиться, что вы стали его выпускниками. Вы сегодня получите свой паспорт в новую жизнь, жизнь абсолютно взрослую, абсолютно свободную. Но это свидетельство того, что вы члены одной большой консерваторской семьи. На любой точке земного шарика это учебное заведение знают, к этому учебному заведению относятся с огромным уважением. И в каждой точке земного шара вы найдете своих единомышленников. И найдете возможность реализации своего творческого потенциала. Я вам желаю, чтобы каждый нашел место своей работы по сердцу. Как с огромной любовью и с огромной сердечной заботой к вам относились все эти годы ваши преподаватели, самого первого шага на любую сцену, на которую вы не пошли, в детской школе, в училище, в консерватории, каждый педагог относился к вам с огромной заботой и любовью. Вы, становясь высокими мастерами, выходя на сцены театра, выходя на сцены великих концертных залов, концертных площадок, несите с собой эту любовь, любовь ваших преподавателей. И дарите эту любовь своим выпускникам, своим ученикам, своим слушателям, своим зрителям. Наполняйте каждый миг своей жизни служением тому великому, что научило вас это замечательное учебное заведение, это консерватория. Гордитесь и помните, что эти стены всегда для вас раскрыты, что эти ступеньки, по которым вы поднимались, ведут вас всегда к новым вершинам. К новым вершинам мастерства, к новым вершинам старания и деяния ваших творений на благо великому искусству, на благо великой страны. Я желаю вам счастья, успехов, благоденствия и свершений, великих свершений в вашем творчестве, а всему педагогическому составу консерватории замечательного нового поколения деятелей искусства. Спасибо. Для поздравления выпускников на сцену приглашается декан оркестрового факультета, профессор Владимир Михайлович Иванов. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Дорогие коллеги, вы все наши коллеги, младшие коллеги. С момента подписания приказа ректору. Сегодня, конечно, день чрезвычайно торжественный, чрезвычайно одновременно грустный. В 5 лет, которые мы вместе с вами прожили, пролетели очень быстро.
Я тоже помню 5 лет назад, как Оксан Сергеевич вспоминал, как мы в малом зале вас приветствовали, поступивших в консерваторию. Вручение дипломов именно вот в этом прекрасном большом зале консерватории, наша уже устоявшаяся традиция, правда, она далеко не всегда была таковой. Я получал диплом в окончании консерватории ровно 45 лет назад. В отделе кадров. Все, подпись сегодня тоже будет ставить, правда, подпись. Но тогда это было в подвале. Так очень даже незаметно. Друзья, конечно, мы с вами пережили, вы с нами пережили знаменательные события. Мы вместе пережили с вами 150-летие Московской консерватории. Это фантастический праздник совершенно. С вами вместе переживали сейчас трудные времена для консерватории. И в связи со строительством, с нехваткой помещений и с финансовым положением. Несмотря на все это, консерватория выживет, станет еще краше, будет процветать. И я знаю, что вы, почему я об этом говорю, что вы тоже все переживали вместе с нами все, что происходит в консерватории, все процессы. Я желаю вам нести знамя Московской консерватории, нести тот опыт, который вам передали ваши педагоги, помнить ваших педагогов. Есть, конечно, на свете педагоги и попроворнее, и более материально обеспеченные, но профессиональнее педагогов, чем в Московской консерватории, вы нигде не найдете. Желаю вам всего самого доброго на вашем очень очень разном творческом пути. Часть из вас мы с удовольствием ждем на дальнейшем обучении в аспирантуре и ассистентуре стажировки. Не забывайте нас, вы для нас тоже всегда ведь остаетесь частичкой души и сердца. Так что в сердце вы с вами никогда не обращались. Всего вам доброго, спасибо. Декан фортепианного факультета профессор Андрей Александрович Писарев. Добрый день, дорогие выпускники, дорогие друзья, мы стали за 5 лет уже друзьями, и сегодня могу с полным правом сказать, дорогие коллеги. Вот прошли эти 5 лет, очень быстро прошли, как вас и предупреждали 5 лет назад, настал этот день, и сегодня очень радостно было видеть ваши молодые, красивые и счастливые лица. И вы счастливы, я думаю, не только и не столько потому, что этот день настал, и что вы закончили консерваторию, а счастливы потому и тем, что вы здесь провели, может быть, даже лучшие годы своей жизни. И это останется с вами на всю жизнь. Начинается новая пора у вас в жизни. Легкая она, конечно, не будет. Вам, у вас все есть профессионально, но кроме этого много труда нужно, чтобы продолжать ваше любимое дело. И хочется пожелать, чтобы у вас были все-таки мгновения творческого счастья, которые позволяли забывать обо всех трудностях, которые вам предстоит в жизни. Я сердечно поздравляю вас, желаю всего самого доброго и в добрый путь. От иностранных учащихся слово предоставляется выпускнику фортепианного факультета Дмитрию Влаховичу.
Республика Сербия. Уважаемые педагоги, коллеги, сотрудники консерватории, для меня большая честь то, что мне предоставлена возможность сказать пару слов в таком торжественном мероприятии, важном моменте для всех нас и для наших педагогов. Такая честь дается, наверное, немного раз в жизни, и я хочу воспользоваться моментом и сказать пару слов. Сначала поздравить всех с успешным окончанием консерватории. Это очень важный переходный момент для всех нас в жизни. Еще хочу поблагодарить всех то, что нам, и от иностранных учащихся, и со мной связаны все остальные мои коллеги и друзья, то, что нам дана огромная возможность получить знания, имеет возможность выступать в таких залах, уникальных в мире, и соприкасаться с культурной традицией и ценностями, которые складываются на протяжении многих веков. И только в таком уникальном месте вот нам такая возможность предоставлена коснуться такой части истории и культуры. Были трудные моменты, наверное, и очень счастливые. Я хочу поблагодарить наших педагогов за терпение, за огромное знание, которое они нам дали, и то, что для нас останется на всю жизнь. И то, что мы должны передать другим людям, и самое главное, другим поколениям, чтобы вот эту цепочку исторических ценностей и культуры сдержать и донести для других людей и нового поколения. И я еще раз всех хочу поблагодарить сегодня, что мы собрались для этой торжественной встречи, чтобы всем улучшить этот день. И еще раз поблагодарить сотрудников консерватории, которые нам тоже помогли в этом учебном процессе. И еще раз педагогов, которые нам дали такие знания. Я надеюсь, надо пожелать всем еще успехов в будущей жизни. Как уже педагоги говорили, у нас будет тяжело, будут разные моменты, будет всех рад складываться по-разному. Но в этот день хочу всем пожелать счастья родителям, тоже нашим, которые нас поддерживали. Неважно, насколько далеко они от нас находились, для нас их поддержка тоже играла ключевую роль. Спасибо всем, что кто пришел, и поздравляю вас еще раз с успешным днем. Слово предоставляется председателю профсоюзного комитета студенческого профсоюза, выпускнице факультета симфонического и хорового дирижирования Яне Межинской. Для меня большая честь держать речь от выпускников 148-го выпуска Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Учеба в консерватории – это не просто профессиональное совершенствование, это большой жизненный путь. И все эти годы каждый из нас шел своими шагами, порой подпрыгивая, взлетая, порой даже спотыкаясь. Порой мы шагали в дуэте, квартете, а порой в одиночку справлялись со всеми сложностями. Освещали наш путь мудрость, любовь и по-настоящему родительская забота наших любимых учителей, профессоров, наших наставников. И сегодня, не без грусти, может показаться, что наш путь завершился, но хочется верить, что все эти 5 лет стали для всех нас мощным разбегом, благодаря которому мы уверенно попадаем в мир музыки.
Самую искреннюю благодарность хочется выразить нашим уважаемым преподавателям, профессорам и руководству консерватории. Мы желаем вам творческого долголетия, сил, терпения и вдохновения в вашем сакральном деле. Мы обещаем вам, позвольте мне сказать это от лица всех выпускников, с гордостью и честью внести в мир музыки все полученные знания, все наше мастерство и талант. Мы обещаем всегда помнить и оправдывать это высокое звание выпускник Московской консерватории. Спонсором премии «Лучший выпускник года». Мы рады приветствовать господина Эрика Странда Тельсона, вице-президента компании, и Елену Олеговну Земскову, менеджера по взаимодействию с органами государственной власти «Statoil Россия», которые пришли поздравить наших выпускников. Слово для поздравления предоставляется господину Тельсону.
физико-теоретический факультет. Уважаемые ректоры, проректоры, профессора, уважаемые коллеги мои, выпускники, уважаемые гости. Сегодня очень приятно быть здесь, на этой сцене, и я бы хотел произнести в первую очередь слова благодарности. Слова благодарности Московской консерватории и ее профессорам, тем, кто был рядом. Слова благодарности моим родителям, в особенности моей маме, которая 5 лет несла вместе со мной здесь, в Москве, все тяготы студенческой жизни и радости тоже, конечно. Вы знаете, я неспроста взял слово, потому что мне очень важно сейчас не сказать. Просто ввиду, так сказать, всем уже понятных причин, мне все это время, может быть, было немного сложнее, чем и другим коллегам. И как ни крути, все равно есть вещи, с которыми приходится считаться. Чаще преодолевать, но иногда тем не менее не считаться тоже. Поэтому мне особенно приятно, что этот труд, и мой, конечно, и совместный, наш совместный труд с педагогами консерватории, сегодня оценен, и то, что я имею возможность сегодня сказать спасибо всем тем, кто был рядом, и спасибо консерватории, Московской консерватории, что у меня была возможность здесь учиться, и за все то время, что я был здесь. Спасибо! Номинацию «Выпускник года» получает Алексей Вовченко, оркестровый факультет «Духовые и ударные инструменты». Награждается Леонид Железный, оркестровый факультет.
награждается Яна Межинская, факультет симфонического и хорового дирижирования. Награждается Тимофей Доля, фортепианный факультет. Награждается Дарья Воронцова, факультет исторического и современного исполнительского искусства. Награждается Ольга Колосова, факультет исторического и современного исполнительского искусства. Я когда говорил о том, что зарождаются и новые традиции, это одна из них. И на самом деле нам очень приятно, что наш попечительский совет принимает такое деятельное участие не только в текущей жизни консерватории, но и позволяет нам окрасить такие радостные тона вот, события, которые сегодня мы все переживаем. Поэтому большая благодарность господину Петерсону Алексею Евгеньевичу, который член нашего попечительского совета, за то, что сегодня вы с нами. И радуйтесь тому, чему радуемся. Спасибо вам.